главный судья соревнований, председатель Федерации футбола Тобольска Сергей Гусев. Сергей Михайлович, что за турнир и сколько путевок на УРФО он разыгрывает вообще? Дело в том, что это проходит финал первенства Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2002-2003 года рождения, в котором участвует у нас 6 команд. На данный момент в турнире должны были участвовать 8 команд, но отказались команды Ишима и Аббаса. В связи с этим турнир проводится по системе 2 подгруппы, 2 подгруппы, по 3 команды. Они играют между собой в клуб, потом первое и второе место, занявшие команды первое и второе место, образуют полуфинал, и победители играют в финал и третье и четвертое место. Дело в том, что сегодня игры на первенстве области не дают никакой путевки для того, чтобы выступать в первенстве России. И поэтому сегодня здесь просто определяется чемпион нашей Тюменской области. Ну а как, чьи шансы предпочтительные, на ваш взгляд? Ну я думаю, что сегодня сюда приехала команда, все команды практически тюменские, кроме Боровской, но это, в принципе, тоже Тюменский район. И поэтому, естественно, я думаю, что из прежних команд, это Тюмень-2003, МФК. МФК Тюмень, да, который на год младше. Основная команда у них 2002 года не приехала, они заняты там на первенстве России. Поэтому я думаю, по тем соревнованиям, которые, по предыдущим, которые проходили, да, я думаю, предпочтение все-таки отдам нашей команде, я Сервесу. Но, естественно, соперничать он будет, я считаю, с МФК Тюмень. Футбольная команда «Иртыш-Тройсервис-Инвест» Константин Нерович. Константин Анатольевич, несколько слов по игре и по претензиям команд, на какие места претендуете? Ну, наверное, будем бороться за первое-второе место. С кем? Ну, я думаю, что основной соперник – это Тюменский район и МФК Тюмень. Третий год, вот они сейчас играли между собой. Так, остальных я просто не видел команды, может какая-то еще команда выстрелит. Так, ну а вообще по первой игре, чем недовольны, что получилось, что нет? Большой процент брака очень. Много суеты, хаоса было, плохо мяч держался. Ну и реализация моментов, конечно, была тоже очень низкая. Ну, 10. Все равно ребята должны были больше забивать по такой игре. Стройсервис Инвест, Олег Ишимцев. Так, ты от всех своих травм избавился, насколько я понял, да? Ну да. Сколько сегодня забил? 5. А как настрой на второй матч? Не растеряешь? Конечно. Ну ладно, удачи, забить еще больше. Надеетесь на первое место? Да. Ну, давай, старайся.